Добрый день, друзья. Несколько слов по поводу подольских красок, масляных красок. Все вы знаете, эти коротенькие тюбики продаются достаточно дорогие. Подольский арт-центр позиционирует их как натуральные пигменты. Здесь написано, из чего они состоят. Цена соответствующая, достаточно дорогие краски. Но я бы хотел сказать по поводу их светостойкости. Вчера работал, набирал палитру и заметил, что делает, обратил внимание, что как затесалась охра в кадмии. Вот этот квадратик. Это у нас кадмий лимонный, подольский. Да, эту выкраску я делал года полтора назад, еще двух лет нет. Так вот, я очень удивился, глянул, в чем дело. Вот краска. Вот она. Недолюбливал эти краски по причине их жидкости. Все краски очень жидкие, одно масло. Мне даже приходилось загущать. Вот я тут постоянно, вот тот же кадмий, вот я загущал до более-менее рабочего состояния. Вот оно. Но не в этом дело. Я доверял кадмий, лимонный, натуральный, сульфит кадмия с обозначением, светостойкость 3 звезды. Но, как оказалось, вот во что превращается за 2 года в абсолютно таких стерильных условиях в мастерской, в теневой, в тени. Вот во что превращается. Вот видите, я у окна, здесь больше нет источника освещения. Видите, во что превратилась кадмий. Здесь я должен пояснить, кто не видел видео мое. Вот это краска, пигмент в чистом виде, в столбиках. Здесь она же на белом холсте лессировочная. Здесь очень тонко лессировочная, без белил. Вот это с белилами. Вот во что превратился кадмий лимонный лессировочный. Что-то серенькое такое. Ну, вот сравнить можно кадмий, вот лимонный, если как к образцу мастер-классов. Мастер-класс. Вот в разбелке. Прошло 2 года, повторюсь. Возможно, эти изменения произошли раньше. В обычных условиях сухая комната в тени, светлая сухая комната. Без солнца не попадало на вот эту табличку. Вот. То же самое я обратил внимание с краплаком. Он потемнел. Да, вот в разбеле сейчас быстренько лимоночку сделаю. Вот она в начале яркая достаточно. Вот, яркая, соответственно, смеси дает яркие, будет, должна давать яркие. Потом превращается спустя какое-то время в более такое охристое состояние. Превратится у вас. Еще неизвестно, как в реакции. Кстати, реакция тоже, ну, если производитель вот так относится к своей краске, то есть без тестирования продает их, или как это, или не знаю. Может быть, и реакции какие-то не очень хорошие в смесях с другими пигментами. Так, вот темный краплак. Я не делал все выкраски, у меня их много наименований, практически вся их основная палитра, включая земляные краски. Так, вот темные. Ну да, здесь не очень очевидно, я бы сказал, ну нет, есть небольшое потускнение, такое уход в коричневый. У меня вся линейка, не все я делал, что у меня тут еще, бирюзовая, темная, да, темная подольск. Да, по-моему, по подольску все здесь. Но мне достаточно уже вот этого. То есть если производитель, позиционирующий себя как достаточно, ну, чуть ли не по себестоимости приравненный к мастер-классу. Мастер-класс, конечно, тоже не идеал красок, намного лучше есть зарубежный производитель, намного лучше. Но, по крайней мере, я уверен вот в мастер-классе в плане того, что светостойкость, не знаю, как в смесях, как она ведет себя, тут тоже бывают у меня такие странные, когда коричневые краски выбиваются. Ты сначала пишешь мастер-классом, они потом выходят вперед, прям в черные превращаются. Но, по крайней мере, светостойкость у нее у отдельных пигментов такая же остается.
К тому же, кстати, вот производитель позиционирует свой тюбик как 46 мл. По факту это, вот он здесь на 12 или 13 миллиметров меньше, короче тюбик, при том же диаметре. Здесь 25 диаметр, 25 миллиметров, 25, ищем площадь, это почти 5 квадратных сантиметров, множим на вот эти 12-13 миллиметров, как раз получается 6 кубиков меньше. То есть не 46, а вот здесь 46, тут легко посчитать, здесь около 40 кубиков. Вот этот кадмий я использовал в своих работах, использовал на мастер-классах, использовал ультрамарин широко. К сожалению, нет у меня ультрамарина подольского выкраски, не знаю, во что он превращается. Подольск яркий, подозрительно яркий какой-то, но очень жидкий. Ну вот это вода, вот это, не знаю, что... Я его тоже загущал, яркий, ну вот такой вот. Не хотелось бы ставить крест на этом производителе, все-таки бренд российский, с историей. Очень надеюсь, что у них что-то со временем поменяется. Возможно, уже что-то поменялось. Эти краски я покупал несколько лет назад. Вот. Но я свои, у меня их килограмм 12, наверное, вот таких красок, я их выбрасываю. Так как тестировать за подольских технологов светостойкость их продукта никакого желания нет. Вот. Вам же посоветую думать, внимательно относиться к используемым краскам, не экономить на них, использовать хорошие бренды, ну, у кого есть возможность покупать хорошие зарубежные, не китайские. Точнее, есть китайские под зарубежным брендом, есть и хорошие китайские, разбирайтесь, не хочется, это не тема этого разговора, но есть краски. Или же российские, чтобы не думать, покупайте мастер-класс и все. Мастер-класс. Я знаю, что Невская палитра, фабрика, внимательно относится к тестированию своего продукта, тестирует на светостойкость. Не знаю, как в смесях, не знаю, скорее всего, какие-то... у них, конечно же, есть эксперименты по стойкости в смесях. Вот. Но, по крайней мере, светостойкость они не меняют. Я это замечал, и на форумах я все это читал. Вот такое видео. Спасибо за внимание. Успехов в творчестве. Будьте грамотны в плане технологий. Хотя бы немножко, минимальную базу нужно знать. Хорошего дня. Спасибо за внимание.